Я всегда его пила. Черт, я опаздываю. Тебя подвезет Рут? Спасибо. Это подарок. От кого? От его жены. У меня расстройство желудка. Ты что, с ума сошла? Мы к этой сделке шли 5 месяцев. Что случилось? Я вижу ее. Она везде. Верни меня в ту ночь, когда она пропала. Вдруг эти видения правда? Чтобы гипноз удался, ты должна довериться мне. Что случилось? Это вы мне скажите. Послушайте. Я врач скорой помощи. Меня зовут Хью. Тише. Тише. Охрана. Хоть она и больна, она все равно твоя мать. И чтобы ей стало легче, ей нужна наша поддержка. Не переживай, здание не горит. Я думал, что она в тюрьме. Нет, нет, не нужно этого. Ты помогаешь людям забыть страшные воспоминания. И еще подселяешь им новые. Слушай меня, не смей никому рассказывать об этом. Ты испортишь мою репутацию. Репутацию? Ты серьезно? Надо было подумать об этом до того, как спать со своей пациенткой. Изменить свои показания? Нет, в смысле, да. Думаю, да. Как ты нашла меня? Я думала, что это у меня беды с памятью. Я говорил, что я доктор, верно? Извините, вы знаете Джордан Крофт? Вы знаете, где я могу найти Джордан Крофт? Теперь доверяешь мне? Идем.